мои дорогие, спасибо, что зашли ко мне на канал. Сегодня будет еще одно видео про находки из люксового секонд-хенда. Мне кто-то написал, что вот почему вы пишете люксовый секонд-хенд, хотя показываете вещи далеко не люксовые. Конечно, многие ожидают у люксового секонд-хенда такие вещи высоких дизайнеров, как Chanel, Gucci, Prada и так далее, но этот люксовый секонд-хенд, я его называю так, потому что он находится в очень дорогом районе, в котором дома начинаются от миллиона долларов и выше. И здесь дизайнеры и вещи, они хорошего качества, которые, да, например, купить ритейл не каждый позволит себе, потому что они стоят достаточно больших денег. И поэтому я, собственно, называю это люксовый секонд-хенд. Или еще показываю вещи просто со свалки. Но в данном случае это серия видео из люксового секонд-хенда, то есть когда я покупаю вещи там. Нашла вот такой свитшорт. Это floral print свитшорт с раглан рукавами. Это называется Raglan. Это мой любимый бренд Free People. Размер extra small, но вы можете увидеть, какой он прямо оверсайз. Я вещи от этого бренда сейчас беру выборочно, именно что-то, знаете, такое интересное, цветы, boho, south western стиль, какие-то свитшорты, простые обычные маечки, топики я уже не беру, потому что они продаются не очень хорошо. Следующий бренд. Какой же люкс у нас без Eileen Fisher? Вот, например, этот бренд Eileen Fisher, он очень дорогой. Его может позволить себе не каждая американка. Да, в основном этот бренд, в него одеваются бизнесменши, да, там женщины, которые там доход от 100 тысяч долларов и выше. Потому что, ну, действительно, очень качественный бренд. И такой кардиган ритейл будет стоить, ну, где-то 180-190 долларов. Это 100% лен, вот такой красивый розовый цвет. Думаю, буду 40-45 долларов именно за счет размера. Он у меня будет выставлен дешевле. Еще в этом секонд-хенде очень часто можно найти вещи именно новые с ценниками. Нашла вот такой бренд. Это Free People, но это их саблиния With The Free. Она идет такая больше молодежная, они такие делают оверсайз вещи, basic, в общем, простые вещи. Это такой термальный топ, новый с ценником. Вот такой свитшорт стоил 78 долларов. Я их нашла два. По-моему, да, у меня два. Один в маленьком размере, один в большом. Вот такой, думаю, будут долларов 30 за счет того, что это новое с ценником. Продавать, в общем, вот такая красота. With the Free, тоже мне нравится эта линия продавать. Еще один дорогой бренд, который тоже не каждый может себе здесь позволить, это бренд Tory Burch. К сожалению, перепродажа именно на этот бренд не такая хорошая. Да, сумки, обувь от него еще можно продать хорошо. Но одежда идет так себе, но я решила взять. Такой свитшорт у него, знаете, напоминает текстуру материала, как полотенце. Такой, как полотенце, знаете, вот в баню ходить или как халат. Посмотрим. Он такой в размере оверсайз, очень теплый как раз сейчас. Это худи. То есть, когда присутствует капюшон, это называется худед свитшорт, можно так назвать. В общем, такой интересный розовый цвет с расклешенными рукавами. Размер large, что очень даже хорошо. Посмотрим. Давно я не находила вещи от Tory Burch. Посмотрим, как будет продаваться. Также нашла вот такой свитерок. Ничего необычного. Мне понравилась именно такая вот, знаете, как расцветка. Это называется speckled. То есть такие, как вкрапления. Иногда этот бренд, он продается в Anthropologie. Иногда сам по себе. Это бренд Verve Ami. Не находила я до этого никогда такой бренд. Опущенные плечи. Очень легкий такой, знаете, свитерок, туника. Туника — это когда идут вещи, они такие, знаете, не, как вот по бедрам. Немножечко ниже бедер, очень-очень мягкие. Скорее всего, полистер. Район, вискоза и полистер. В общем, неплохой состав. Думаю, может быть, 24-23 доллара. Нужно сделать еще свой поиск. Кстати, вот эта кофточка у меня, это называется Henley Top. Henley — это когда идет вот такой вот V-образный вырез с пуговичками. Это мой любимый бренд Anthropologie. Заказала себе. Как, скажите, как вам, нравится или нет. То есть, такой он, как термальная кофточка, waffle print. В общем, буду носить. Мужу очень понравилось. Еще вот такая же кофточка, которую я показывала предыдущая. То же самое, только она в размере extra large.
Не знаю, откуда у них эти вещи появились еще в таком, знаете, диапазоне extra small и extra large. Однозначно не от одного человека, но, как я говорила, у них там находится рядом магазин Anthropologie. Free People, он иногда продается в Anthropologie тоже. Не знаю, может быть, магазин решил избавиться и сдать это все. Также вот такой свитшот, я думаю, вы узнали. Это бренд Victoria's Secret. Victoria's Secret я беру бюстгальтеры, хорошо они у меня продаются. И если я беру какие-то свитшорты, то на них обязательно должен быть большой логотип и очень виден. В таком случае они хорошо продадутся. Здесь такой, знаете, как флис-подклад. Это легко очищается этим липким роллером. Размер здесь, пока я не вижу. Потом размер найду. А, это размер эмочка. То есть вот такой интересный свитшорт. Большой логотип, значит, берем, ну, я думаю, доллара 24-25 его продам. Потому что просто если будет кофточка и сказано, что Victoria's Secret, но без логотипа она не продастся. О, боже мой, какая мягкая вещь. Ой, ну такая колючая, прям стреляется. Это однозначно акрилик, но это бренд Good Night Macaroon. У нас есть такой сайт, как Revolve. Это вот, например, как вот в России сайт Farfetch, где можно купить всевозможные бренды. И вот на этом сайте Revolve тоже выставляют одежду. Они вроде бренды незнакомые, но хорошо продаются. Вот такой интересный свитерок. Он немного укороченный, с воротничком. Очень-очень мягкий. Да, однозначно акрил. Сейчас посмотрю. Просто самое интересно, что за состав. Ну, бирочки составом нету, но я посмотрю, постараюсь найти именно такой дизайн и уже на самом сайте посмотрю, сколько такой стоит. Интересно, полувер. Он мне обошелся, по-моему, $1.5 со скидкой, так что иногда можно рисковать и брать какие-то вещи, которые не знаешь. Еще одна рубашечка, Basic. Я думаю, несложно угадать, что это за бренд. Это бренд, конечно же, Island Fisher. В размере эмочка, но она такая, знаете, оверсайз, 100% лен, на лето просто вообще идеально, с какими-нибудь такими же льняными брючками, шортиками, можно ее даже, знаете, так вот завязать, на талии очень красиво будет смотреться. $178 ритейл за такую обычную рубашечку. Ну, есть, конечно, вещи, многие платят именно так же за имя, когда Island Fisher. И, думаю, долларов 35-40 буду продавать. Лен почему-то у меня уходит не очень хорошо. Именно от этого бренда. Или я просто, может быть, ставлю очень высокую цену. Ну, посмотрю. Надо будет провести, как сказать, ревизию сделать своего магазина. Ой, просто нежнейший шелк. Это я нашла вот такой открытый, как сказать, кардиган-блейзер. Наверное, да, как кардиган-блейзер. Вот также от бренда Island Fisher. Просто трогаешь и, вот знаете, как будто бы по маслу проводишь. Это шелк и немножечко присутствует спандекса. В нем обычный такой кардиган, open front. Здесь немножечко draped, да, когда расходится просто идеальный кардиган. Размер extra large. Люблю находить вещи больших размеров, так как они продаются очень-очень хорошо. Такой, думаю, долларов 45, может быть, даже 50. Что есть вещи, которые продаются очень хорошо. Также нашла еще один бренд, он такой модный, молодежный, называется First of a Kind, то есть один из многих, если да, можно, ну, как, не дословно перевести, а примерно. Вот такой оверсайз свитерок, здесь называется Lace Up, когда вот такая шнуровочка идет спереди. Тоже достаточно дорогой бренд. Я как-то уже находила одну вещь от этого бренда, но она оказалась недостатком, мне ее пришлось выкинуть. Так что я не имела возможности испробовать, как этот бренд продается. В общем, решила взять первый раз, так сказать, на пробу. Посмотрим, что из этого получится. Вот первый раз. Иногда я беру незнакомые бренды, и чаще всего, конечно, везет с ними, но иногда нет. Еще вот такой свитерочек, знаете, такой в морском стиле, nautical стиль. Это опять Соня Ракель. Моя любимая Сонечка. Это Соня by Соня Ракель. Когда в бренде присутствует такое вот слово by, то есть Соня от Сони Ракель. Это уже более дешевая линия, но тем не менее. Есть вещи, как винтаж, которые все равно продадутся за хорошие деньги. Вот такой прямо морячок.
как на лето, я думаю, и на лето, на осень вообще хоть куда. Знаете, вот белые брючки, я вот уже представляю, белые такие брючки в обтяжечку, по, вот, знаете, вот по щиколотку. Вот эту штучку, можно даже кепочку, бейсболочку, какие-нибудь мокасинчики, и вообще просто идеально будет. Так. Еще один бренд, то же самое, это Free People, но в данном случае это их линия Intimately, то есть Free People Intimate, то есть это более одежда, они делают для дома, для сна, да, то чтобы там перед своим любимым мужчиной в ней ходить. Это в данном случае бодисьют, но этот бодисьют также можно надевать out, да, то есть куда-то там на ужин, на обед с подружками, потому что когда надеть сюда юбочку, джинсы, брюки, это уже будет смотреться как простая блузочка. Но если ходить в нем дома, если у вас попка как орех, то будет просто вообще замечательно дома в нем ходить. Захотел, быстро оделся, тебя позвал, кто-нибудь позвонил, и все, выбежал, и носить можно. Думаю, долларов 30-35 я буду ее выставлять. Еще один бренд хочу вам показать. Это бренд от Anthropologie в размере S. Называется Airy and Ali. Такая блузочка, знаете, в таком peasant style. Peasant style, это, знаете, как деревенский стиль. С такими bell sleeve расклешенными. Здесь как... Забываю этот стиль. Swing. Swing блузка, то есть, да, когда она... В таком она идет не по фигуре, а в таком расхлябанном стиле. Очень интересненькая. Посмотрим. Ну, думаю, долларов 20-24 буду ее продавать. Еще один бренд, особенно для девочек-реселлеров, кто также занимается продажами, как и я, хочу вам сказать, это Logenlook бренд. Продажа на него очень хорошая. Так что смотрите и запоминайте. Бренд называется Lisa Bain. Я в прошлый раз нашла от нее кофточку, но она оказалась таким дефектом, который не исправить. И поэтому пришлось ее выбросить. В данном случае это такая текстурная кофточка. Такой, знаете, как мокнек, сплит мокнек. Ну, я найду, какие кейворды подобрать, какие слова подобрать к этому топу. Ну, да, это Logenlook бренд. Это даже не кофточка, а туника. Это дырка? Нет, это не дырка, по-моему. Боже ж ты мой. Это дырка. Я только обрадовалась. Думала, нашла ее опять, этот бренд. И вот тебе на. Дырка. Даже не знаю, смогу я ее как-то зашить или нет. Наверное, не смогу. Ну, в общем, уже второй раз я нахожу этот бренд. И на нем оказывается дырка или какой-то вот недостаток, который не сделать. Не знаю. Даже если зашивать, потом указывать, что дырка, в общем, баммер. Так расстроилась. Ну, в общем, обращайте внимание на этот бренд. Если найдете, то 45, 60, 70 долларов вещи можно перепродать. В общем, за очень хорошие деньги. Ну, ладно, бывает. Нашла вот такой полувер. С очень интересной горловиной. Это с одной стороны как cowl neck, а с другой стороны как folded neckline. То есть такой, знаете, как складывается, когда... Это бренд Talboots, pure кашемир, то чистый кашемир в размере X. А размер X – это размер между extra large и 1X. А вот у меня, например, размер 1X, да, то есть 1X, extra large иногда ношу. И вот этот полувер – это вот прямо мой размер. То есть мой размер, он будет такой, знаете, в облипочку. True to size называется. 100% кашемир, думаю, долларов 45. Посмотрим. Не знаю, прям так расстроилась. Еще один бренд, ничего особенного. Это бренд Anthropologie, Saturday Sunday. Их линия, где лаунж одежда. Я уже про нее рассказывала в прошлом видео. Такой оверсайз свитшорт с долмен слив. Долмен слив — это вот такие рукава. Очень оверсайз, очень-очень мягкий. С джоггерами, с джинсами вообще хоть куда. И дома ходить, и в лес, и под дрова вообще хоть куда. Еще нашла одну юбочку. Вот такая юбочка размер, как, длины миди. Длина миди
Это когда идет длина ниже колена. Вот где-то вот между макси и по колено, это вот длина миди. Это бренд Island Fisher. Их, так вы знаете, более старый лейбл, но тем не менее, это, так, это сделано в Китае. И это 100% шерсть. Я вот даже смотреть не буду. Я прям вот уверена. Это 100% шерсть. Да, такая юбочка, пулон стайл, карьер на работу. Вообще просто идеальный вариант. Еще длина миди. Мне вот нравится очень длина миди. Думаю, 40-38 долларов, где-то так. Еще один бренд. Это американский люкс. Я бы так сказала. Бренд называется Saint John. Если вы вот посмотрите на их сайтах, сколько стоят вещи у них, это просто, это Louis Vuitton, Chanel, вот примерно цены на вещи вот такие же, да, как у Louis Vuitton, Chanel и вот всех этих прочих высоких брендов. Бренд Saint John, американская компания, они уже давно на рынке, и вот такой кардиган Saint John, ну, долларов 500-600 будет просто стоить у них на сайте. Просто кардиган, то есть здесь нету никаких логотипов, ничего. Он впереди на замочке, здесь у них везде выгравировано. Здесь у них везде на замочках, на фурнитуре, везде их имя Saint John. Такой стретч-кардиган в размере S-очки, его можно носить. Так вот, ну, тоже в основном делают одежду карьерную, да, на работу ходить. И для богатых женщин, для очень богатых. Еще вот такой кардиган Aztec Print. Boho, South Western, все как я люблю. Очень-очень мягкий бренд, мне неизвестный. Он был очень дешево, по-моему, доллара 2 решила взять. И доллара за 22, за 23 его перепродать. В таком размере оверсайз, это, да, это как кардиган. Но иногда в случаях называют кардиган бланки. То есть кардиган одеяла, в который вы можете укутаться. Это вот что-то в этом роде. Акрил, возможно, полиэстер, ничего особенного, но тем не менее. Еще нашла один бренд, один из моих любимых брендов, который очень хорошо перепродается. Это бренд называется Marine Layer. Морской уровень, чтобы так, да, перевести в нем. Ничего, знаете, такого особого нету. Но это, скорее всего, знаете, такое как пальто. Оно выполнено в таком материале, как тоже как не вафельный, а текстурный, да, то есть текстурный материал. Notch color, это называется notched color, notch color, и такое оно по колено, скорее всего, из хлопка, они делают очень много вещей из органического хлопка, в данном случае это хлопок и полиэстер. Посмотрим, за сколько это будет продаваться. Кофточки от них перепродаются за 30-40 долларов, 50 долларов. А вот насчет пальто или это даже кардиган, в общем, сделаю поиск, посмотрю, может быть, долларов за 80 или 70. И последняя вещь, но я после этой вещи еще вам покажу пару обуви, которые я нашла. Они со свалки, но я их сюда вставлю, потому что они очень такие интересные модели. Вот такие нашла капри от бренда Nike. Бренд Nike продается в диапазоне 20-24 доллара. Зависит, конечно, от модели. Это обычные такие женские капри. Здесь такие как mesh inserts, да, полупрозрачные вставочки. Атлетическая одежда. Я обычно, когда беру Nike, я их собираю кучами. По два, по три, там, да, то есть там одного размера. И вот у меня сейчас есть шортики, то есть их лучше продавать так. То есть мне так больше нравится. Итак, давайте сейчас покажу вам обувь. Нашла я вот такие эспадрильки. Вернее, не я их нашла, а нашла их другая девочка на свалке. Но она отдала мне, потому что у меня очень красивые глаза. Шучу, просто она их решила не брать. Их, конечно, нужно чуть-чуть почистить. Посмотрите. Эта женщина, видимо, месила грязь и потом носила эти эспадрильки. В общем, они внутри очень-очень грязные, но мне сейчас надо заказать пену, она закончилась у меня, которую я их чищу. Это бренд называется, я думаю, вы узнали, Stuart Weitzman. Вот здесь можно их увидеть логотип. Достаточно дорогой бренд. И в основном у них обувь, да, то есть он в основном делает обувь. Сумки, по-моему, я не очень часто видела. Но вот такие эспадрильки, думаю, долларов 50-60 я их продам. В таком, как здесь, шерсть.
вернее, мех, да, мех. В общем, вот такие. И вот такие ботиночки. Я знаю, некоторые подумают, что это за чудо такое. Но это вот типичный стиль лагин-лук. Лагин-лук стиль, о котором я очень часто говорю. Любимый стиль азиаток, да, вот здесь очень часто можно увидеть азиатских женщин, которые носят именно вот лагин-лук стиль. В данном случае я просто увидела эти ботиночки, кто-то скинул, я их показывала на свалке. Называются как-то бренд Ice, вообще непонятный бренд, TMA Ice. Я думаю, ну посмотрю, что такое, потому что мне они очень понравились, в таком, знаете, дистресс. Вот такие. Мне, кстати, подписчица написала, что у нее есть такая же обувь, и она ее очень-очень любит. Посмотрела, и перепродажа на такую обувь просто $50-60 на ношенную обувь. В общем, я очень обрадовалась, вот, потому что просто кто-то поленился посмотреть, потому что они, знаете, они выглядят, ну, не очень, знаете, дешево, но когда их берешь в руки, видно качество. И вот так вот. Спасибо тем, кто их скинул. Я их буду продавать также, думаю, $50-60. Вот такие ботиночки. В общем, никогда не знаешь, что найдешь в секонд-хендах и на свалке. В общем, это была последняя часть из серии люксового секонд-хенд. У меня, возможно, там еще 4 сумки, но там уже одежда, она вся у меня перемешана, как люкс, так и обычная свалка. Так что следующие обзоры уже будут просто обзоры на одежду. И также еще я готовлю сейчас видео, будет о моих непроданных вещах. Я сделала инвентаризацию. Вытащила вещи, которые были не проданы более года, и вам их покажу. Мы с вами их вместе распакуем, и я вам покажу, что и расскажу, что я с ними делаю. Все, мои дорогие, спасибо за внимание, что смотрели меня. Ставьте лайк, поддержите мой канал, напишите комментарии, потому что мне это очень поможет, и это приблизит нас к конкурсу и к подарочкам. Все, всех целую, всем пока!